Ну как кризис, спишь по ночам? Сплю как младенец. Каждый час просыпаюсь и плачу. Палыч, я слышал, ты продаешь рубль за 80 копеек. Ну и как бизнес? Доходов пока не считал, но обороты бешеные. Знаешь, почему у Михеича столько денег в кризис? Он играет на валютном рынке. А как насчет нескольких рублей для нуждающихся в кризис? Оставьте их под дверью. В ближайшее время мы будем жить очень хорошо. А мы? Палыч, я слышал, ты продаешь рубль за 80 копеек. Ну и как бизнес? Доходов пока не считал, но обороты бешеные. Ха-ха-ха!